Сегодня на Останкинском пруду открывается парусный сезон. Ровно в 12 часов здесь стартовала детская парусная регата. А мальчишки и девчонки от 8 до 18 лет управляют яхтами международных классов «Оптимист», «Кадет» и «Зум-8». А в яхте вообще сколько человек сидит? Сколько управляет? Ну, вот, например, в нашей яхте, в которой я гоняюсь, там сидит два человека. Один на руле, другой на шкотах. Например, вот в яхте поменьше, «Оптимист», там сидит один человек. А ты на какой яхте гоняешь? «Кадет». Да, и вот что тебе нужно делать, когда ты плывешь под парусом? Вот твои задачи. Рулить, шкоты добирать, набирать скорость. А скажи, вот как ты думаешь, что тебе вот сегодня нужно для победы? Хорошо пройти дистанцию, не ошибаться, не сталкиваться ни с кем, не навалиться на знак. Ну, целеустремленность, не волноваться и, верить, что победишь. Но ты волнуешься? Ну, немножко. Для победы нужен хороший ветер, вера в победу, ну и также способности к этому. То есть ты должен пытаться чего-то достичь, должен очень много стараться, и тогда у тебя получится. Я хочу всех вас поздравить с нашим большим праздником, праздником Великой Победы. И я считаю, что очень символично, что, наверное, одни из самых молодых спортсменов, парусников, собрались в этот славный день, чтобы помириться с силами. И я очень надеюсь одержать свою победу. Как когда-то наши деды, прадеды смогли одержать великую победу в Великой Отечественной войне. Хорошо, ребята, скажите еще, вот сегодняшняя регата посвящена 9 мая, вы вообще знаете, что это за праздник? Да, День Победы. А расскажите, вот расскажи, что это за праздник? Когда победили. Когда русские победили германцев. День Победы – это праздник, да, наш русский праздник, когда мы разгромили немецко-фашистских захватчиков и воздвигли знамя над Рейхстагом. А как давно это было? 68 лет назад. Этот праздник мы собираемся отметить хорошим стартом, прекрасным финишем и также посмотреть салют. Сегодняшняя регата состоит из трех гонок. Первая посвящена 70-летию сражения под Сталинградом и Курском. Вторая проводится в память олимпийского и чемпиона парусного спорта Тимира Пинегина и командора Останкинской регаты Бориса Балдина. А завершает соревнование гонка в честь предстоящих Олимпийских игр в Сочи. В принципе, концепция этой регаты, это регата для начинающих, хотя я здесь видел и ребят очень сильных, и очень как бы подготовленных, но в принципе здесь очень много новичков. Если вы посмотрели, как они отходили от берега, там не могли правильно поставить парус к ветру и так далее. Ну, то есть сегодня будет весело. Я надеюсь, переворотов не будет, хотя, может, кто-то и искупается. Будем ждать. Первая парусная регата на Останкинском пруду была проведена еще в 1975 году в честь 30-летия Великой Победы. С тех пор эта регата стала доброй традицией нашего округа.